Да, все, будет. Будет сам, потом... Что там, смотри, братишка, еще в итоге записывать. И просто последний месяц нам вычтем, потому что он бывает по 600 рублей. Это еще не обработано. До 12 числа. Потом мы на автобус садимся и едем в Новосибирск. Ехать часа 3,5-4. И там уже 5 дней будем. Или 4 дня. Что-то такое. Потом уже в родную. В родной Татарстан. Вот слушай, еще Цеца будет пробивать мне сегодня. К сожалению, я не смогу. Цец, будешь пробивать мне? На жопу. А, извини, ты разговариваешь. Цец будет меня пробивать сегодня повторно. Я постараюсь взять реванш у него сегодня очередной, но почему-то не получается. А ну что спорить? Я проиграл в упорной борьбе. Ну, конечно, мне товарищ Федя не помог в этом, слил меня немножко. Мы сухой 29-го или 30-го. Буду играть до сих пор, пока я не выиграю. И тебя приглашу обязательно, чтобы ты заснял этот удар. Я потому что с 7 метров попадаю в Ольвича, с 3 я точно в него попаду. Но он меня пока не может... с 3 метров попасть меня. Знаешь, как этот фильм есть про пожарных? Там он перед тем, как пойти на службу, он раскладывает вот рюкзак и все вещи около него. И потом их собирает аккуратно. И даже пошла такая мулька в той же инсте. Многие так делают. И не только с вещами, а там, например, лыжники, да, вот он типа лежит такой сам и сверху снимает. Вот лыжи, вот это, это. Тетрис челлендж. Как называется? Тетрис челлендж. Вот. Ну, потому что когда ты начинаешь собирать, ты в середине уже забываешь, что положил или нет. И к концу ты уже начинаешь думать, так, ну, надо заново перебирать. Есть человек, который собирался, и мы, ну, нас встречали, на остановке собирали, ну, как нас Шамиль собирает, значит, он сидит такой. И я смотрю, мы подъезжаем, а у него все разобрано, и все вещи лежат на скамейке. Он говорит, я взял обувь, да, но не знаю. Привет. Ну, не помню, взял я левый ботинок или нет. Пошел все разобрать, посмотреть и собрать заново. Оу! Оу, или щит! Сейчас мы потренируемся, потом снежки будем играть. Да? Да. Отлично. Они что, за это зал увеличили? Они походу зал увеличили. Походу зал увеличили. Походу зал. Булат, передай, они походу зал увеличили. Может быть, что-то еще увеличили? Может быть. Здрасте. Здрасте. Добрый вечер. Приятно вас. Спасибо. Доброго ранку. Яшима. Ой. Здрасте. Бонжорно. Моя столица капуэра. О, а Артем Болин, а Рупа. Как Вогр. Говорил, да, да, он такой. Видишь, Крот, что говорит, Болевич, кто Болевич? Что в Белгороде Оскар получил, когда... А, Федор. За лучшую мужскую роль. А, я Федор, Фейерплей призвали меня с трибуны. Ну, давай сейчас пробежь. Давай, 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 ну разомни, давай. Пока никого нет. Цец, во! Че, один на один? Пробивай. Какой же ты кривой цвет, это тут нечто вообще. Ты мне просто в ногу попал. Что нового? Ничего нового не происходит. Все, завтра играем, вот это будет новое. Пока разминаемся. Что, знаешь, у них тренер новый. Вот, в этом сезоне. Я думаю, что может быть чуть-чуть потяжелее будет, потому что привыкли к тренировке Томаса. Томас, у него такая политика своеобразная, как бы. Не знаю, как там новый тренер себя покажет, но я думаю, что ну, команда в любом случае очень сильная. Думаю, что бороться будет до конца. Так что посмотрим, будем стараться. Снял это?
Стандартные наши опробовали, как было в Белгороде. В Белгороде мне очень понравилось. С точки зрения и позитива, и внимания, и концентрации к тому, что мы делаем. Сейчас то же самое. Потратили много эмоций с Белгородом. Спокойно. Есть теннис, посмеялись, там выдохнули, чуть-чуть проснулись. Потом есть некие упражнения, которые надо сделать с концентрацией и вниманием. Хороший настрой. Завтра постараемся дать бой чемпиону. Чемпионат сейчас стал намного ровнее. Появилось больше команд, больше игроков, да, подросли и составляют конкуренцию, поэтому плюс-минус подравнялся. Вот. Не плюс-минус, а подравнялся, стал сильнее, плотнее. И поэтому вот чемпион у нас Кузбасс, в этом году, может быть, чемпион другой будет, да. Надеюсь, что Казань, но это стало сложнее играть, но в то же время это лучше для российского волейбола и для сборной. Кузбасс хорошая сбалансированная команда, которая хорошо играет дома. Вот, показывает отличный волейбол. Амбициозно. Будет интересный матч. Здесь они играют с воодушевлением, очень сложно здесь играть, поэтому, что касается фаворитов, нет, ну, и, наверное, Кузбасс чемпион, давайте отдадим им фаворитство, вот, мы приехали бороться с ними, и завтра будем стараться.